Сегодня, 10 февраля, сборная США в стартовом матче на хоккейном турнире Олимпийских игр в Пекине разгромила хозяев турнира, команду Китая, со счетом 8-0. Встреча прошла на стадионе «Национальный» в Пекине. В составе американской сборной заброшенными шайбами отметились Шон Фаррелл, а также Брендан Брессон, Ноа Китс, Брайан О'Нил, Бен Майерс и Мэтти Бенирс. Отметим, что эта встреча стала первой для хоккейной сборной Китая в истории на Олимпийских играх. В параллельной встрече группы А сборная Канады одержала победу над командой Германии со счетом 5-1. В следующем матче сборная США сыграет с канадскими хоккеистами. Команда Китая встретится в этот же день с Германией. На этом все. Спасибо за просмотр и до скорых встреч!